кто бы против нас не играл, в любом случае существует тактика, есть тренерский штаб. Я считаю, что мы его подобрали очень грамотно. И вот этот сплав молодости, опыта людей, которые поиграли в РПЛ, я очень доволен. Я думаю, что в ближайшее время небольшого терпения для сыгранности команда будет очень качественная. По крайней мере, это чувствую и уверен в том, что мы покажем намного красивее, интереснее, содержательнее игру в будущем. Немного просто терпения, потому что сейчас, конечно же, первый матч, все переживают, и ребята переживают, и все эти подоплеки, они никогда не идут только на пользу. В любом случае, небольшого терпения надо болельщикам, поддерживать команду, и команда однозначно заиграет, и у нее все получится. Но трансферным рынком, я вам так скажу, на 95% мы довольны во всех отношениях. Что касается тренерского штаба, администрации, футболистов, я думаю, что у нас собралась очень качественная команда, которая будет радовать нашим болельщикам.